Зима уже близко. Это значит, что пора смотреть на прогноз погоды, выходя из дома. Мои коллеги постарались узнать, будут ли холода в ноябре. Подробнее в следующем материале. Осень постепенно сдает свои позиции. Близится холода. Какая погода нас ждет в ближайшее время, рассказала руководитель отдела метеопрогнозов Оксана Овсяникова. Влияние холодного антициклона, пришедшего в наш регион, начнет ослабевать через пару дней. И сегодня ночью температура воздуха еще ожидается на уровне 13-18 мороза, днем 6-11 мороза. И в последующем начнется плавное повышение температуры воздуха от 8-10 мороза до 0-5 в ночные часы и днем от 5-10 до 0-5 тепла. Как говорят метеорологи, ноябрь обещает быть на уровне нормы по температурному режиму и осадкам. С началом новой декады, скорее всего, уже установится снежный покров. Температуры были смешанные, переход от плюса к минусу. То есть вчера утренние температуры еще были довольно-таки теплые, а вечером уже до 6-11 мороза отмечалось по области. И как раз вот в этот момент был переход от жидких осадков к твердым. Поэтому на дорогах отмечалась гололедица. На метеостанции Красноармейка зафиксирован гололед. Специалисты отмечают, гололед, скорее всего, еще раз формируется на улицах Павлодара, так как это явление сопутствует переходу из осени в зиму и советуют быть готовыми, выходя на улицу. Артур Поляков, Юрий Белевский, Ертыс-Акпарат.